командир танка лейтенант Мирон Петрович. Наводчик-оператор лейтенант Трохиня Грбич. Ваши аплодисменты, друзья. Механик-водитель младший сержант Саша Караджич. И вот, дорогие друзья, внимание, болельщики Индии, Сербии и Азербайджана, внимание, старт! Старт и вот, рванули с места экипажа из четырех стран. Российская Федерация проходит по участку минно-взрывных заграждений и приближается к Бургану. Вот здесь команда Сербии уходит на штрафной круг. Два штрафных круга. А что было в этом стрельбу?